very difficult because we lose 2-0. I'm not satisfied with the game. Сложно что-то сказать, мы проиграли 2-0, и я игрой недоволен. First half we start well, but we control ball a lot of, but we must be more dangerous in front of Porta woodwork. Первый тайм начали неплохо, контролировали мяч, но нам нужно было быть более агрессивными и более опасными при завершении атак. Second time we start also good, but also we are not so dangerous in front of goal post, and this is big our problem now start to be. And we make one mistake first half and second half also first mistake, and they score goal quick attack. I spoke with players about this. They could score from quick attack because they have speedy players, but we make mistake and they score, and after they control game. Второй тайм мы тоже вроде начали неплохо, но опять же нам не хватило агрессивности в завершении атак. Я предупреждал своих игроков, что Бате может нас наказать на контратаках, потому что у них есть очень быстрые игроки. Но мы допустили ошибку в первом тайме. Допустили ошибку во втором тайме, и это сильно очень повлияло на игру. The control after game was very difficult. I tried to change something, but we have some two chances, but it's not enough to like come back to good game. Ну и потом, после забитых голов, Бате контролировал игру. Очень сложно было что-то изменить, я пытался заменами. Но мы, по сути, создали только два момента, этого недостаточно было для того, чтобы сделать камбэк, вернуться в игру. As I tell before, I am not satisfied with the game because we lose this game, and we had a lot of like problems in defense after they score goal, and with this I am not satisfied. Ну, опять же, повторюсь, что я игрой недоволен, потому что не удовлетворительный результат. Ну, и еще хотел бы отметить, что у нас ошибки в обороне. Мы будем разбираться, почему так вышло. Пожалуйста, ваши вопросы. Андрей Масловский, прокомментируйте, пожалуйста, выбор. Хомутовский play because Хомутовский is first goalkeeper, and Гутор is second goalkeeper, and Гутор play cup. Хомутовский играл, потому что Хомутовский номер один у нас в клубе. Хомутовский первый выбор мой. А Гутор играет в кубках. Еще вопросы, пожалуйста. Бердинский, ты знаком, ты просто не играл сегодня в Бунгура, вышел концевой. А почему? Бунгура в прошлом году был одним из лидеров команды. Почему? Потому что we play last game with these stoppers, and we play good, and I don't want to change. And before we make some mistakes, yes, поэтому. Предыдущую игру мы сыграли с этой парой центральных защитников, эта пара сыграла хорошо. Вот, а когда играл Бунгура, мы допускали ошибки, ну, я решил что-то исправить. Из-под концевого два гола забили. It was an only mistake of Концевой, I think. It was like maybe I must see, but was one against one. It was speedy, these players against him, and I don't want to tell something wrong, because I must speak first of all with players. Я не хотел бы сказать, что это ошибка персонально концевого. Нужно разбирать момент, нужно смотреть повтор. В эпизоде, когда был выход 1-1, он оказался против скоростного игрока, и мне прежде нужно поговорить, разобрать момент с футболистами, прежде чем давать какие-то оценки. I don't want to give pressure my players publicly because I put them under pressure every time, and this is not correct when I speak about someone make some mistakes. I must see first what happened before,
as why this mistake was, and we speak tomorrow about this. Я не хочу оказывать на игроков дополнительное давление, потому что они у меня и так все под давлением, и поэтому я сначала разберу этот момент, посмотрю, из-за чего случилась эта ошибка, и завтра мы уже подробно разберем это в команде. Also Bangura, before I didn't want to speak, he made only personal mistake because we change last game, we make these stoppers to central defenders and they didn't make any mistakes. Yes, and I don't want to change this. Ну а по Бангуре еще скажу, что Бангура допускал ошибки, это были его индивидуальные ошибки, и вот в кубковой игре с Батэ мы решили поставить другого центрального защитника в пару. И они сыграли очень хорошо, и поэтому на этот матч я решил не менять. Комментируйте, пожалуйста, замену Игоряна. Он был одним из лучших в составе. He has some problem. У него какие проблемы? Medical? Со здоровьем. Еще вопросы? Если бы у вас такая была возможность, вы знали бы вот исход этой встречи, что бы вы поменяли сегодня перед игрой? This is very early to say what I change because I must see this game. I don't know. I tell you true because we make every time some mistake in defense. This is our problem. Я не знаю, что им ответить, потому что мне нужно еще пересмотреть эту игру, и у нас всегда почему-то случаются ошибки в обороне. Нужно это анализировать. And I changed players. I didn't have another possibility to change another players. I think. Ну а по заменам у меня не было другой возможности поменять других игроков. Вы сказали, что ваши игроки под давлением, а вы сами ощущаете давление? Динамо, тренерский пост Динамо — это такое место, где все под давлением всегда. This is everywhere. Trainer is under pressure if you lose. We have very difficult start also, as we play two times. Three times against Bate, it's a very difficult start, and this is not like questions for me, Masak's directory. Тренер везде под давлением, вот. У нас еще тут случился такой тяжелый старт, у нас три игры с Бате, поэтому, так везде, тренер везде чувствует давление, а по поводу, с этим вопросом вы можете обратиться к руководству. We play against them cup and we must win. And why not? У нас еще игра с ними в кубке, мы должны победить. Почему нет? Вопросы? Пять очков отрыва от Батэ уже во втором туре. Удар по чемпионским амбициям вашим? I don't think this is beginning and everybody can lose points. Это еще только начало, и все будут терять очки. We are not happy, sure. Конечно же, мы недовольны. Вы уверены, что вы видите команду на кубковую игру? I don't have some other indicia. Why not? You know, he knows something? You know something? No. I don't know also. Я не могу знать, никто не знает. Спасибо большое.